Следственный комитет проверяет обстоятельства отравления годовалой девочки курительными смесями. Малышка едва не погибла после того, как попробовала опасный наркотик, который нашла у себя дома. Подробности в сюжете Анны Скок. Следователи начали проверку по факту отравления годовалой девочки неизвестным веществом, предположительно синтетическим наркотиком. Годовалую Лилю доставили в детскую клиническую больницу накануне около половины шестого вечера. Состояние ребенка врачи оценили как крайне тяжелое. Все симптомы указывали на острое отравление неизвестным веществом. По предварительным данным, девочка отравилась курительными смесями. Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сейчас состояние маленькой Лили медики оценивают как удовлетворительное. Сегодня малышку перевели из реанимации в терапевтическое отделение. Однако 9 декабря, когда девочку только доставили в медицинское учреждение, врачи опасались за жизнь ребенка. Внезапно стало плохо, она потеряла сознание, судороги. Привезли сразу же, скорую помощь вызвали, папа настаивал тут же промыть желудок, о чем мы решили, что она что-то съела. Подозрения медиков подтвердили и правоохранители. По предварительной информации, наркотики употребляет отец ребенка. Мужчине уже провели освидетельствование. В наркодиспансер отправили анализы малышки. Медики отмечают, только за 2015 год в первую детскую больницу поступили 14 пациентов с диагнозом отравления курительными смесями. Правда, большая их часть подростки, которые решили попробовать запрещенное зелье. Анна Скок, Алексей Погодин, новости ОТС.